Сегодня у нас 25 июня. Решил показать полный процесс, как топится печь. Это баня. Давай. Те годы я топил сам, никому не доверял. А уже второй год, кажется, второй год отошел от этого. Давайте-ка, ребята. Значит, что первым делом? Это Владимир Пащенко. Он занимается. Ласточки кричат. У них гнездо там. Вот. Бани не было здесь. Совершенно не было. Никак. Жил тут Андрей Дробот. Глухонемой. Одну зиму. Ну и вот он уехал. Тут фундамент был. И стенки какие-то вроде бы начал делать. Ну и сделали. Крыши ничего не было. Курятник тут сделали. У нас была старшая воспитатель. Приходько Наталья. Божьей милостью. Божьей милостью, сколько она все делала. Вот эта баня бы колодца не было. Это она тут. Надо баню свою. А мы, баня была там на пруду. Вот. Из пластов земли и камышом проложенная. Ну и воду черпали из пруда прямо ходили. Который храмовый пруд, где купается, и там спрятанный был. Ну и все сразу, надо, надо, а никого нигде нету. Вот он снимает трубу съемную, чтобы продуть, прочистить ее. У него шланг. Ну, шланг такой твердый. До конца надо доводить туда, провести. Туда никак в котел не попадешь, только так. И потом дуть, и там что-то уходит. Вот он. Она засоряется, труба небольшого диаметра. Надо надуть и приподнять маленечко, и она сразу срывается. Там сажу где-то в сторону, скинет маленько. Ну, не продумано вот это сделано. Трубу не снимешь, она зацементирована уже. Вот ставили там стержни железные. Вот вокруг. Это же трубу поддерживала. Труба там с таким срезом. Это обломки какие-то находили. И должна быть она выше крыши. Ну, это как соблюдается. Не продует, весь дым идет вовнутрь. Вот маленько продул. Вот так. Теперь трубу обратно привязывает. Там у нее вырезано под это. Смотри, куда она, куда вырезана. Должна зайти. О! О, все. Теперь эти стержни затягивают проволокой. Завяжи. Один поворот и все вокруг. Все, хватит, а то упадет. Или вокруг там еще сделай. Потому что она не падала, они вниз стержни идут. Вот труба повыше. Покажем, как топится. Клади там рядом где-то. По-моему, можно было положить и не таскать его. Здесь? Конечно. Чтобы уперлось. Все. Слазь теперь. Ну и вот утром проснулся я рано, они еще спали. Лопату в руки и начал там выкидывать. Куриц куда-то дели, не знаю, выгнали или еще. И когда они встали, я уже яму копаю. Тут Игорь Третьяков помогал яму сливную делать. Ну и дальше стали делать. Я говорю, ну, их тогда воду надо брать, так где воду будем? Ну как где? У Глушкова, вон дом там виднеется. Становились в очередь, и до туда люди стояли. Вот такая была очередь людей. И ведро друг другу подавали. Вот он растягивает шланг. У нас сейчас шланг. Так, теперь все тазики до одного заливайте. Почему не заливаете до конца? Заливаем. Воды не хватает. Все тазики заливать полностью. До единого. В котором маленьком мы. Ведра все, что было заполнено, и ванна. Ванна-то она была там стоять. Но там нельзя сейчас. Там ласточки. Давай, ты один делай, я не буду подходить. Володя всегда это один делает. Там один таз для, это, для веника. Я его... Нет никаких веников. Заполнять полностью все. В прошлый раз Надежда Васильевна кричит там, дайте. Никогда этого не было. Ой, моя сидит красотка. Ну что? Ой, пушистый. Вот Володя другую часть. Один размер это резинотехнических изделий завод. И там был Хромов, директор, Анатолий Петрович. Другого имени ему не назову, как патриот России. Он ревновал о лагере. И нынче зимой я нашел, подарил книги. Что такое? Уже муравьи устроили себе там гнездо.
А как так? Ну вот так вот. Ну поколоти где-то. Это, надо же. Еще он лежал долго, неделю. Вон, видите. Выколоти, все, смотри еще. Ой-ой-ой. Это первый раз такое не было ни разу еще. Ну колотей сколько? А нет, их выдают туда водой-то. Ага. Я говорю, колодец тогда надо будет. Ну копать, это Наталья тоже. Я бы колодец, мы воду где-то брали. А еще ведь остается, он как бомж будет ходить. Ну и продукт насадим. Дальше что? Так, показать, подожди-ка. Где у нас тут? Ага, вот. Колодец копать было непросто. Маленько приподними крышку, посмотрим. Куда выключить? Выключи пока. Выключи, какая крышка сделана. Это диаметром 1 метр. Железобетонные кольца называются. Сколько здесь колец? 2. А вот там 1,5 метра диаметр. И сколько там? 4, наверное. 3 заполненные. Воды нынче много, вода высокий уровень. Ну, да. И вот туда веревочка, это вот что висит, и веревка, если кто упадет, чтобы легко можно было вылезти. Кошка или кто, чтобы она по этой выскорблилась с узлами. Тяжелая веревка там, и вот это тоже идет, это насос. Вон она как раз гуляет. А? Вон кошка как раз гуляет. А, ну это так. Ну и вот... Переходной вот этот вот, это обошелся, я не знаю, что ли, 200 или 300, 500 рублей. Павел сделал мощнейший круг, чтобы этот не провалилось. Это кольцо-то меньше, оно туда рухнет. Это завод дал бесплатно. Сказал, они сами привезли. А, мужики пьяницы разгружали, вот что. Вон оно. Разгромили все. Ну, тут был такой сатирик, или как его назвать, Евдокимов Михаил Сергеевич, губернатор. Все, закрывай. Ну, я обратился, там Кочергин, кажется, или какой-то у него был. Да, какой он руководитель? А я так не скажу. Я обратился один раз, и уже буквально к обеду следующего дня 2 КАМАЗа пришли. Привезли вот это гравий, у меня лежит здесь гравий. Это необходимо для дренажа. И крупнозернистый песок. Вот, подвели электричество. Вот он, Володя, побежал туда, вода там течет сейчас где. Вот они идут, провода у нас отсюда. А тут... Сейчас он будет заливать. Покажу, как это делается. Вот, пришлось и колодец после этого копать. Наташи уже не было. Но вот она была главный толкач. Если бы не ткнула, ничего бы тут не было. По сегодняшний день мы бы там... А теперь это тут легко помыться. И у нас тут шланги, и колодец, и воду берут. Лагерь приходит, каждое утро берут здесь. Запасной колодец у нас есть на Костровом пруду. Там он под замком, закрытый. Ну, тут что-то у него, видимо, много насос выкидывает обратно. Он для зимы сделанный был. И там, чтобы вытекала из него вода. Видимо, она почему так тихо идет. Нет, это сейчас воздух выходит. А, ну это вылез, она мурашей гонит. Да, сейчас он. Видишь, сейчас что? Воздух пройдет, она полным пойдет. Все. Ну да. Да ты его сейчас заново опрокини. Опрокидывай. На пол просто, да и все. Ополосни его потом. Да, она чистая. Она чистая. Все чисто. Угу. Еще гонит, наверное, там мураши. Ну, да? Так-то нет, нет. Ну нету, все тогда. Паучок. Набирай воду, покажешь там. В ванне там надо набрать ее полную, то есть с нее тогда сойдет эта пыльца. Пыльца пырея. Все тазики заполнить полностью. Вот. Я их всегда заполнял. Вот она идет. Все. Идет, говорю, сейчас. Чисто? Ну, без воздуха. Все. Там опять что-то попало. Да это паучок. Еще? Паучок. Паучок, ну ладно. Вот, сейчас Володя набирает здесь, с одного на другой перекидывает. И несет сюда. Ты сначала приготовь предбанники везде. Доски. А я там доски опустил. Это сливная. А, доски опустил. Сливная яма идет, в нее вода идет. А доски, это 3 доски поднимаем на ребро. На ребро поднимаем здесь. Вот так вот. Я покажу даже где. Вот так.
Вот это понятно. А потом сверху, чтобы не провалились, это РТИ как раз дали вот эти вот. Ты туда положи сначала вот эти вот, чтобы не провалились. Накидай 3 штуки. Резиновые коврики. Это Анатолий Петрович. И тут же всегда денег, да, сейчас на другой работе, РТИ разрушили. А они там готовили для военной промышленности разные надувные, там самолеты, трапы, откуда спасать для МЧС. Все разрушили. Умело все сделали, провели. Какой там, Далевский, какой? Закрываешь, вот она проверить, не попадает туда мышка, потом фонариком посветить. Она закрыта была? Ну, закрыта, плохо закрыта, проверять надо. Вот, в бане ничего не оставлять. Все эти виходки, все выбрасывай. Чтобы ничего в бане не оставалось там, квасится. Наливаю здесь. Вот я вышел здесь в предбаннике. А здесь ласточки. Вот они здесь, под ними газетка населена. Они тут ходят. Ну еще можно пощупать вас? Да большие это уже какие. Вон, закрылись, тепленькие. Я не знаю, можно, нет, там увидеть будет. Я вплотную покажу. А ласточка беспокоится. Старайся, Володя, чтобы из бани сюда было закрыто, а предбанник открытый. Кто бы ни был, иначе их запарят там, сожгут. Ну, там, я вижу, они лепятся. И взял вот такое, прибил 2 бруска, и на них дощечку. И они тут уже который год. Ну, а тут окошко одно выставили, вот оно. Они тут залетают. Одно время тут появились осы, они мешали. Вот так. Сейчас он зальет. Все, и будет затоплять. Это у нас печка здесь. Я опять вернусь показать. Под ней лежит толстый лист паранита, несгораемый. Вот она. Печку, значит, чистить, убирать. Кирпичом надо пол кирпича, чтобы закрывало, поддувало. Золу когда выгребешь. Да. Ну-ка. Золу. Это, нет, это... Настоящий надо, чтобы он закрывал. Большой силикатный. Половинки там есть. Он сказал большой силикатный. Только просто сказал, Володя уже бегом бежит. Ну тут все же заштукатурили вокруг. Над печкой здесь паранит прибитый. Вот. И сейчас заливает он бак. Вот этот свет у нас есть. Я не знаю, видно будет или нет, лампочка электрическая включается с улицы. Она вам свет включить, да и все. Ага, я понял. Ну ладно, Володя, я не очень-то. Все тазики заполнить, вот они стоят здесь. Бачки. О. Здесь двойное стекло, все это так не очень. Ну тут мыло, виходки разные. И попарится. Вот тут камни. Вот он выгребается. А это вода, вверху. А это чтобы не загорело, вверху видно или нет. Видите, не видно. Вот. Ну что, ладно, я пошел. Все, затопляй. Затоплять. Есть что, дрова есть. Вот это под ноги можешь бросить, лежит оно тут. Под ногами. Рядом черемуха. Так, попить надо. А. Вот такой процесс. Потом все это надо убрать. Тут тоже паранит, крапива. Вот ни от кого независимое. Свой колодец. Автономное существование. Свои дрова, топливо. Ну, электричества нет, мы без него вот. Ворот есть, ведром достанем воды. Сейчас вот пойду обрезать. Вон те деревья раскрылатились как. И надо убрать тут, которые нависли. Возьму лестницу, да и пойду туда. Володю дождусь вдвоем. А потом убрать все. Сразу Виктору Николаевичу сообщим, что баня истоплена Надежде Васильевне.
Сначала мальчики моются, взрослые. А потом девочки. Уже договорились, Ирина Устинова их помоет. А одних в бане без взрослых не оставляем. Вот проверяют нас. Видите, какая у нас еженедельно. Ну, а когда... Что стирка здесь? Большая стирка здесь. Все вот эти белевые веревки засланы вокруг дома. А что-то носочки, платочки, каждый стирает сам, показывает, как все отошел.